Начиная с 2017 и по 2022 годы всей стране, а с ней Ульяновской области, предстоит отметить ряд вековых юбилеев, связанных с революцией. В 2018 году таким юбилеем станет столетие комсомола. Несмотря на то, что отмечаться он будет только осенью следующего года, подготовка к нему идет уже сейчас. Что именно предстоит сделать к юбилею в ЛКСМ, обсудили на состоявшемся в областном дворце творчества детей и молодежи оргкомитете. Идей на заседании прозвучало довольно много. Одну из главных озвучил губернатор Сергей Морозов, призвав привлечь к празднованию юбилея современную молодежь. Вам точно не надо объяснять, что и как. Для нас сегодня, не только для нас с вами, комсомол, но и что он на самом деле еще может принести в нашу большую воспитательную, патриотическую работу для ребят 21 века. Тем более, что вот мы сейчас, чем бы ни начали заниматься серьезным 21 веку соответствующими, мы всегда натыкаемся на одно и то же. Нам нужна хорошая история успеха. Предложение губернатора поддержал председатель областного заксобрания Анатолий Бакаев, предложив включить в оргкомитет представителей молодежных правительств и парламента, молодежного клуба и волонтерского движения. Он же высказался за то, чтобы возродить в Ульяновске музей областной организации комсомола, существовавшей до начала 90-х годов. Еще одним начинанием, связанным с юбилеем в ЛКСМ, стало составление книги об истории областной организации. Работу над ней уже ведут члены областного отделения Всероссийского движения «Воспитанники комсомола. Мое отечество». Эта книга должна стать первым за 30 лет изданием, посвященным ульяновским комсомольцам. Игорь Улитин, Сергей Ершов, новости дня, Ульяновская правда.